В администрации Владимирской области приступают к актуализации стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Эту задачу поставил губернатор, сообщил в РИО его заместителя Аркадий Боцан-Харченко. При работе с документом учтут положение майских указов президента и принципы реализации долгосрочных масштабных проектов в сфере госуправления и хозяйственной деятельности. Я надеюсь, что такой документ будет разработан в относительно сжатые сроки, координированными усилиями всех органов власти, всех уровней Владимирской области, с привлечением соответствующих интеллектуальных ресурсов на МИТе и извне. Интеллектуальную поддержку Белому дому готов оказать Владимирский филиал РАНХИКС. В Академии прошла 16-я региональная научно-практическая конференция по теме «Стратегическое управление. Теория, практика и проблемы». По мнению директора вуза и вице-спикера Заксобрания Вячеслава Картухина, у Владимирской области сейчас нет внятной стратегии развития. Та, что имелась, не была реализована. Новая стратегия решит ряд системных вопросов, ведь развитие невозможно без планирования. Это, безусловно, учет бюджетных возможностей региона, это учет участия в различных федеральных программах, и, соответственно, учет вообще всех возможностей, которые есть у региона. Она позволяет понять, какие у нас ресурсы трудовые на территории Владимирской области, какие миграционные процессы происходят, как они влияют на ситуацию в регионе, какие демографические процессы происходят. При этом Картухин отмечает, что важна не только сама стратегия, но и команда, которая будет ее реализовывать. По его словам, лежащий на полке документ работать все равно не будет. Екатерина Зинурова, Александр Горшков, «Губерния 33». Thank you.